Добрый день! По вашему запросу снимаю видео своих питомцев Flower Horn и попугай. Это те жители моего аквариума, которые остались на сегодняшний день. На момент приобретения год назад их было несколько. Пара Flower Horn'ов, пара попугаев, пара акар, пара астронатусов. Вот. Из всех остались в живых только Flower Horn самец и самочка попугая. Очень жестокий нрав вот у этого красавца. Вот. И никому он не дал шансов здесь задержаться. Объем аквариума 500 литров. Освещение светодиодное. Вот. Обеспечивает жизнедеятельность этой баночки. Два фильтра, показываю их, два фильтра, тетра 1200+, и тетра 1800+. Вот, один работает на биологию, другой на механическую очистку. Плюс у меня был внутренний механический фильтр, но я его убрал за его ненадобностью, оставил просто как аэрацию. Вот, питаются мои красавцы кормом хикари. Сейчас покажу вам его. Кормом хикари. Вот, есть такой биоголд. Он предназначен для роста шишки на голове. Вот, и второй для окраса тоже хикари. Вот, Blood Red. Он обеспечивает окрас рыбы. Кормлю я их один раз в день, замачиваю корм в воде на 15 минут, после чего я просто его выливаю, и рыбы питаются. Для сомика у меня отдельный корм, донный, так как этот корм не тонет. Вот. На сегодняшний день самочка попугая отметала икру, но мало шансов, судя вот по вот этим ярко-белым точкам, это икра, которая портится. Ну, посмотрим. Может быть,